стихотворении новеллы Матвеевой «Душа вещей» есть замечательные строки. И повторяю всюду и везде. Не в соли соль, гвоздь тоже не в гвозде. Слова «соль» и «гвоздь» употреблены в двух значениях. Соль – вещество с характерным острым вкусом. И второе значение – то, что составляет особый смысл. И гвоздь – первое – заостренный стержень. И второе значение – самое главное, значительное в чем-либо. Сегодня мы будем говорить о многозначности слова. Это способность слова иметь два и более значения. Развитие многозначности обычно происходит на основе сходства или смежности обозначающих данным словом предметов или явлений. Поэтому различают метафорические и метонимические типы переносных значений слова. Запоминаем, многозначное слово имеет прямое и переносное значение. Прямое значение слова является основным, оно не обусловлено контекстом и стилистически нейтрально. Переносное значение вторично, оно зависит от контекста, стилистически окрашено. Сравните, молоко закипело и мечты кипят. Многозначность используется в различных стилистических приемах, например, в каламбуре, то есть юмористическом обыгрывании многозначного слова. Отличная реклама магазина мебели. Высокий табурет к высоким отношениям. Ненамеренная многозначность, которая не снимается контекстом, является стилистической ошибкой, так как затрудняет восприятие текста, вводит читателя в заблуждение. Например, реклама. Первый соус для салата. Первый – это лучший, то есть порядковый какой-то номер при счете. Кстати, однозначных слов в языке сравнительно немного. Обычно это термины – литий, префикс или слова, называющие конкретный предмет. А может быть, выражающие субъективную оценку качества. Например, малюсенький, парнишка, простофили. Большинство же слов обладают не одним значением. Возможность называть одним и тем же словом разные предметы, действия, признаки связана с удивительной способностью нашего мышления открывать какую-либо связь между разными предметами, действиями и признаками. Получается, что человек пользуется словарем своего языка экономно, а значит, лексика не расширяется бесконечно. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!